Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас новая реакция, которой на канале еще не было. Я вам больше скажу, я никогда не делал перевод реакции именно на эту песню. Сегодня планировал совсем другое видео, но это видео Фила мне случайно попалось, и я решил его перевести. Всем приятного просмотра! Йоу, как поживает моя огурцовая банда? Вот этой рекомендации было просто завались. Я никогда не видел это видео. И мне отправили ссылку. Меня часто спрашивают, «Хей, когда уже будет Димаш?» И я им отвечаю, «Был же на этой неделе, успокойтесь». «Спокуха, мы обязательно это сделаем. Мы все пересмотрим». Как вы знаете, это оценка формы. Мы будем оценивать музыку по 10 баллам. И у меня там 3 категории, хотя какая к черту разница? Потому что у Димаша по-любому будет 10. Давайте оторвемся, народ. Давайте оттопыримся. Что это? Это типа трейлер? Ой, извините. Давайте продолжим. Вы думали, я забыл об этом? Ребята, вы думали, я забыл? А вот я не забыл. Я говорил вам, это единственный наряд, который я принимаю, кроме всех этих моих футболочек, кепочек, это единственный костюм, который я предпочитаю. И это такое Джеймс Бондовская. Эй, бро, я чё-то тебя не понял. Вот чё ты делаешь? Нормально же общались? Я тут приоделся, значит, а ты напялил на себя эту толстовку? Я в костюмчике, а ты в этом балахоне. Димаш, бро, моя твоя не понимать. В последний раз ты же был одет прям с иголочки. И теперь я весь такой при параде, а ты в толстовке. Какая к чёрту толстовка? Ядрён капюшон. Это же Джеймс Бондовская песня. Извиняюсь, я отключил свои наушники. Мы сейчас вернемся. Вот хоть убей, я до сих пор не могу поверить, что он не в костюме. Это похоже на Бондиану, но это еще напоминает фильм «Особое мнение». Это вот этот фильм с Томом Крузом. Называется «Особое мнение». Эй, давай, бро. Я говорил вам, этот парень должен быть в Бондиане. Вот почему ты не одел костюм? Почему ты не одел костюм для такой песни? Это же Джеймс Бондовская песня. Это песня для Бондианы. И я бы хотел видеть Димаша в безупречном, гладеньком костюмчике. Вместе с мартини. У меня нет стаканчиков для мартини, а то так бы я... Я бы попивал его, хотя нет. Я вообще не особо люблю мартини. Come on, bro. Hey, yo,
Что это за фильм? Это выглядит как трейлер фильма. Это как трейлер фильма, но я не принимаю его. До того момента, пока Димаш не споет песню для британского Джеймса Бонда. Я не говорю, что это плохо, что он спел что-то здесь. Но пока он не споет песню для британского Джеймса Бонда, я не приму это. А эта девушка Бонда? Эта девушка Бонда сидит в ванной. У него настолько классический голос. Этот голос так подходит этому всему. Я про вот эти песни в трейлерах. Ему следует петь во всех трейлерах. Знаете почему? Потому что у него настолько красивый мелодичный голос. Прям создан для этого. Молодцом, бро. Красавчик, бро. И он все равно выглядит круто. Мой косяк, я не заметил. На нем там оказывается целый плащ. Ты выглядишь потрясающе, но это все равно не костюм. В костюме был бы вообще мачо. Когда-нибудь, я и Димаш будем оба в костюмчиках. Как расфуфыримся? Ну, я буду где-то там в толпе. Ну, а он будет петь на сцене. Что такое? Что происходит? И никто не говорит об этом. У него ж такой драматический голос. Его голос прям в масть, потому что он драматичный. Он может делать со своим голосом все. Он может петь оперу, которая сама по себе драматична. Это невероятно. Но вот здесь у него получается петь драматично, потому что он способен изменять все эти музыкальные ноты. И он создает атмосферу. Добавляет интриги. Он делает все, что требуется для того, чтобы ты почувствовал себя на краю, в полной неизвестности того, что произойдет дальше. И в самый неожиданный момент он добивает тебя. Эпично. Оу, кого, что? Ох, нет. А ведь он даже не тянет это. Он совсем не тянет это. Это всего лишь 40% Димаша. Продолжим. Ну чё, как она? Знаете, я хочу посмотреть этот фильм. Но это, походу, чисто из-за Димаша. Я реально хочу посмотреть этот фильм. «Битва воспоминаний». Так называется фильм? Я поищу его. Он, наверное, только песню записал. Но сам фильм классно так смотрится. Для него это легкотня. Это определенно... Ах вот, «Битва воспоминаний». Я хочу посмотреть это. Я посмотрю его чисто ради Димаша. Если так надо. Я сейчас сдохну в этом костюме. Вот точно крякну. У нас здесь такая жара, как в Ташкенте. Я все равно не верю, что Димаш был не в костюме. Вот как он мог не одеть костюм?
Это же была идеальная песня для того, чтобы одеть костюм. А он напялил капюшонку. Он был в толстовке. В следующий раз я тоже одену толстовку. Ну ладно, пошутили и хватит. Это Димаш. И у него 10 из 10. Ну а как? Это было грандиозно. И он всегда безупречен. Так что, как обычно, все десяточки. И да, система оценивания специально для Димаша скоро будет. Обещаю вам. Потерпите чуток. Скоро все будет. Всех люблю. Берегите себя. Пока. Фил еще тот затейник. Я сегодня посмотрел эту реакцию впервые. Я не знаю, как так получилось, но я прозевал ее. Она вышла 2 года назад. И я очень удивился, когда он сделал такое перевоплощение. Это было неожиданно, забавно. И, может быть, именно этот момент заставил меня изменить планы и перевести для вас именно эту реакцию. Надеюсь, она вам понравилась. Всем спасибо за внимание, всех люблю, всех обнял. Пока!